Приветствую вас на канале «Правильный выбор», и сегодня я расскажу о духовом шкафе от компании Bosch, моделях HBN211-0J и HBN211W0J, доступных в черном и белом цвете. Ссылки на магазины с актуальными ценами вы найдете в описании. Мне будет очень приятно, если вы подпишетесь на наш канал и поставите лайк этому ролику, а также напишите комментарий и активируете колокольчик. Недорогая электрическая духовка классического типа от популярной немецкой торговой марки Bosch. Общий полезный объем духовки составляет 66 литров, максимальная рабочая температура находится на уровне 270 градусов по Цельсию. В модели предусмотрено 6 различных режимов приготовления пищи, разные степени нагрева, несколько вариантов использования гриля, включая гриль плюс конвекция и прочее. Дополнительное устройство оснащено термостатом, который обеспечивает автоматическое поддержание заданной пользователем температуры. Духовой шкаф оснащен поворотными переключателями, что делает управление максимально простым и удобным. Встроенный электрический таймер позволяет контролировать время готовки, но по истечению заданного времени техника автоматически не выключится. Направляющие противни стандартные, решетчатые, система очистки также традиционная, ручная. Однако металл не впитывает загрязнение, поэтому очистить его сравнительно несложно. Дверца оснащена двуслойным стеклом, неплохо сохраняющим тепло. Bosch Serie 2 соответствует А-классу энергопотребления, что свидетельствует о его экономичности. Модель оборудована системой конвекции, что обеспечивает равномерную прожарку блюд. Таймер поможет контролировать время приготовления, а подсветка духовки дает возможность следить за процессом. Управление осуществляется при помощи переключателей поворотного типа. В комплектацию входит решетка и противень. Мощность подключения равна 2800 Вт. Объем духовки составляет 66 литров. Предусмотрено 6 режимов работы с максимальной температурой нагрева до 270 градусов по Цельсию, а также встроенный гриль. Этого хватит, чтобы воплотить в жизнь ваши кулинарные задумки. Для любителей барбекю предусмотрен встроенный электрический гриль. Духовой шкаф Bosch внутри покрыт специальным типом эмали, что в разы упрощает его очистку от жира и остатков еды. Внутри модели находится освещение для лучшего обзора процесса приготовления. Гарантия на духовку 12 месяцев. Я проанализировал отзывы реальных пользователей и сейчас расскажу об отрицательных. Таймер без автоотключения. Вентилятор сильно дует холодом. Гремит и стучит. Конденсат непонятно откуда. Сильный разброс температуры. Очень дешево смотрится вблизи. Один неглубокий противень. Неравномерно печет. При открывании дверцы сильно бьет жаром. При подготовке обзоров я стараюсь быть объективным и сейчас расскажу о положительных отзывах. Прекрасно печет. Отлично держит температуру. Экономно в электроэнергии. Хорошее качество. Достаточный внутренний объем. Цена. Простота. Легко установить. Наличие телескопических направляющих. Напоминаю, что ссылки с актуальными ценами находятся в описании. Я очень старался, подготавливая этот обзор, и надеюсь, что вы оцените его лайком и подпишитесь на наш канал. Если у вас появились какие-либо вопросы, то вы можете задать их в комментариях, а я с удовольствием вам отвечу. Включайте колокольчик, чтобы оставаться в курсе выхода новых видео. Всем пока!